До завершения учебного года всего 2 недели. Как будет организован летний отдых детей? В этом году это вновь вопрос республиканского масштаба. Более 226 миллионов рублей составит нынче консолидированный бюджет детской оздоровительной кампании. Это средства республиканского, федерального бюджетов и внебюджетных источников. Средняя цена путевки на 3 недели в загородном лагере составляет от 12 до 15,5 тысяч рублей. Всего в детских лагерях смогут отдохнуть более 60 тысяч ребят. Особое внимание нынче будет уделено безопасности детского отдыха. В частности, по обеспечению правопорядка в местах отдыха детей будет работать сводный отряд полиции. За каждой организацией, занимающейся организацией отдыха и оздоровлением детей, также будет закреплен сотрудник внутренних дел.